Что? Давайте ночь поставим и пойдем. Темнота, друг молодежи. А пойдем мы в тайную лабораторию Нико. Так, вот это что? This must be the building Nico mentioned. Это вот эта башня. Забираем. Уходим. Так, идем в основном. Лаборатория. Здесь такая была с дверцами фигня. Вот она. Открываем. Берем эту башню. Ставим туда. I need to find the correct frequency. Нужно найти. Класс. Нужно найти нужную частоту. Ну, давай. А как мы ее найдем? I need to close the box first. Вначале надо закрыть коробку. Хорошо. Но закрыл. Что теперь делать? Нет, это не то все. Надо... Подождите. Надо какие-то записи посмотреть. Это не то... Блин. Это не то. Это не то. А. Этого не может у нас быть. Потому что... Потому что это мы видели там в записях раньше. Не буду вас обременять. Не буду. Просто сделаю. И шестой. Вот так. Башня взорвалась, ключик есть. Ключ от пункта управления. Но этот пункт управления... В
тайном убежище Нико. Идем. Идем, идем. Вот он, пульт управления. Вот теперь ключ. Ой, теперь надо, в общем, оживить это дело. Оживляем. Ну, пытаемся. Пытаемся. Не получилось. Did that? That's done. Check. Haven't done that. Понятно. Включить видеокассету. Это вот он. 5 зарядов. Каждый полный заряд. Нет, вот такой. Предпоследний испускает лучи и заряжает рядом находящиеся. А заряд где заканчивается? Там, где все, вот он закончился. Здесь. Если такого достигает, то он передает дальше заряд. Да. Так, зарядов осталось 2. Этот передаст сюда, он станет вот таким. Ладно. Нет. Это не то. Да, это надо быть шахматист. Гроссмейстер. Или счастливым лотерейным игроком. Чтоб что-то получилось. Самое интересное, ведь уже ж недалеко развязка, вот из-за этой хрени развязка
затягивается. Да. Последний заряд он должен. Так, три заряда осталось. И все. Последний он должен вокруг иметь вот такие, наверное. Ну, нет. А почему я с этого начинаю, а? А черт его знает. Ну, типа, с верхнего. А ну-ка, вот так. И последний заряд остался. Если вот так. Ну, нет, не хочу с этого начинать. Но сердце вещует, что надо сюда. Неправильно. Вот такие полузаряженные. Два заряда, да? Ладно. Поехали. И фонтан. Ну,
Вот этот что ли? Нет, что-то близко было. Нико действительно перец. Так, этот, если пошлет туда-сюда, ну, наверное, должно включиться. Yes. Фух. Ну, а пароль в дневнике вот тут. Вот он. 111, короче, 1-119-732. 1-119-732. О! А давай посмотрим видео. This must be the unedited footage. А дальше? Опа! Виктор! Лосит. Вот так. Понятно. Он самый. Ах ты, посмотрел, увидел видеокамеру. Виктор. He must have killed Nico. I need to find a way to get this evidence out. Так, теперь нужно найти способ вынести эту улику. Так, нужно найти способ ее вынести. Так, а что-то у нас все зависло. Нет. What was that? Берем флешку. Что это было? Ух ты! Дверь. Oh no! Nico's security. Of course. I bet all of my electronics just got fried. Короче, это ж Nico. Систему такую сделал. Что любое... Что выносится, тут же будет испорчено. Пойдем-ка посоветуемся с Раем.
Перед этим... Кто тут у нас печатает? Oh, Nancy, what's up? Виктор убил Нику. У меня есть улики. Нужна твоя помощь. Victor killed Nico. I have proof. I need your help. That's why he's here. It didn't make sense why he kept popping in. He knows you figured it out. We need backup. We have snowmobiles. Ryan and I will go for help. Find Gray. He'll help you with Victor until the police arrive. Короче. Найди Грей, он поможет тебе с Виктором, пока не придет полиция. Goodbye. Goodbye, Nancy. Ясно. Виктор – убийца. Значит, мы все-таки сходим к краю. И узнаем... а что, сейчас ночь? Ну да. Ну раз ночь, значит, к Грею сходим. Поговорим с ним. Он вроде как и не совсем... Давай. What do you want? Я думаю, что Виктор убил Нико. I think Victor killed Nico. You have proof? Yes, but it got zapped coming out of Nico's lab. Find a way to get it and keep it safe. I'll take care of Victor. Be fast. Короче, найди способ вынести улики, а я займусь Виктором. Но она говорит, немедли. А теперь спрашивают, что на самом деле было между тобой и Нико? What's the real story between you and Nico? I was the smart one between the two of us. He was just a scrawny kid with bad acne and a lisp, who begged me to help him figure out his constants. We took off together, but the higher we rose in our studies, he got stronger. He wasn't a scrawny kid anymore. And me, I woke up one day and the floor wasn't there. They said I was a burnout. It was worse than that. You wouldn't understand. Try me. The way we think about everything is completely wrong. Even time is an illusion. It's nothing. It doesn't exist. I'm sure it does. You think it does, but it doesn't. We aren't even here. We're a 3D holographic projection of a fixed point of high density information located far off in what we think of as deep space. That headspace, I got caught there. I couldn't function. From that day, Nico had my back, and when things got dangerous for him, I tried to watch his. Couldn't in the end. Короче. Нико был прыщавым студиком, когда Серый был именитым профессором. Они начали вместе работать, но потом Нико, короче, стал все расти и расти, а Серый вроде как бы немножко стух. Это его стремало. Но потом, когда он увидел, что Ника в опасности, он решил его уберечь, но не смог. Теперь ты расскажешь, что ты спрятал? Ты что-то уничтожил? Now, can you tell me what you were hiding earlier? Were you destroying something? Knowledge this world can't have. Is that up to you to decide? Yes. Science isn't moral or amoral. It just is. To get to where he needed to go, Nico discovered some things that are very dangerous.
Like weapons? Discoveries with potential military application. Nico couldn't censor himself, but he didn't want to be another Nobel or Oppenheimer. He made me promise if anything ever happened to him, I'd destroy everything that people would abuse. He trusted you to know the difference? And only me. If I don't finish here, Nico's work might end up doing a lot more harm than good. Вот так вот. Нико был ученым и не понимал, что его исследования могут применяться военно. Кстати, сейсмическое оружие. Вот то, что мы видели. В резонанс, когда входят дома, они разрушаются. Но Ника попросил Сержа, ну, Рея, Серого, извините, не Сержа. Ну, ладно, пусть будет Серж, Рей, Серый. Попросил, если он погибнет, то уничтожить, чтобы военным не досталось. Какая игра интересная. Ладно, все это фигня. Рассусоливание. Ай, ты не можешь быть уверен, что изобретение пойдет во зло. You can't be certain the technology would be abused. You're right, but history has taught me it's not worth the risk. Да, ты права. Но история мне подсказывает, что риск всегда оправдан. Ладно, пока. Goodbye. Bye. Пойдем к краю. Но для этого мне надо сделать день. А день я могу делать только у себя. Почивальне. Подожди, а чё я попёрся на второй этаж? А, ну может, пока ночь, поговорим с Элли. Так, Элли. А её нету. А что такое? Это наш ночная бабочка. Что ж такое? Может, она тоже как-то замешана? Непонятно немножко. Мейсон. Похулиганим. Странно. Никого нету. Ладно, пойдем. В опочивальню. Попробуем зайти в кабинет. Виктора нету. Никого нету. Ладно. Поиграемся с тревогой. Это мы поприкалывались над Серым. Как говорится, доверяй, но проверяй.
Ну, опять карта неизвестна. This might be important evidence. I can't alter it. Ясно. Это важная улика. Хватит прикалываться. В лаборатории мне делать нечего, я так думаю. Пошли в опочивальню. Зайдем в туалет. Как же без него? A little privacy, please. А, ну да. Давай сделаем день. Пойдем краем. Спросим, как можно улику вынести. Конкретно края. Вот я сколько играю, до сих пор не помню, куда надо идти, чтобы... А, вот сейчас вроде как на автомате к ней пришел. Давай. Hi. Мне нужна твоя помощь. I need your help. Big time. What? It was Victor. He killed Nico. Did you call the police? I couldn't. I had evidence, but it got zapped when I tried to take it out of Nico's secret lab. Secret lab? Zapped? What? I'll explain later. I just need a way to get the video out without getting it ruined. You need to find a way to make a Faraday cage. That should get the drive out without wiping it. Get the drive out. I'll work on what to do next. Take this, it'll help. Ух ты. This box might be just what I need to build a Faraday container. This might work. Or maybe it'll backfire and electrocute you. What? Sorry. I'm just so happy we're gonna bust him. And also really scared he'll catch us and kill us all. I'm on a roller coaster right now. Ellie and I will gas up the snowmobiles and split up to double our chances of reaching help. Do not let him catch on. If he knows you're about to get the video out, he will kill you. Play it cool, Nancy. Понятно. Короче, надо сделать... I better get going. Bye. Клетку Фарадея. Для этого надо взять коробку. Вот ту шумаю, вот эту. Обмотать ее фольгой. Вообще-то, некоторые говорят фольгой. А фольгу мы можем взять в лаборатории фото лица психической, вот этой, желтенькой. Берем фольгу. Вот так. Взяли. Уходим. Уходим. Так, теперь идем к себе по пути в опочивальню. У нас есть такой рабочий стол. К
Time to make a portable Faraday cage. Hope this works. Так, руку обматываем. Фолю, ой. Берем. Скрепку. Делаем такой арматуру. This box should keep the drive safe. Yes. Эта клетка должна уберечь флешку. Уберечь. Теперь идем опять в лабораторию. Короче, нам надо опять посмотреть видео и запись. Спрятать в эту коробочку. Так, поехали. Виктор, ты не уйдешь от нас. Флешка. I need to transfer the evidence to a drive before Victor can destroy it. I need to transfer the evidence to a drive before Victor can destroy it. Я так понимаю, что она уже тут. Короче, ладно. Нужно уже выходить. Улика сохранена. Сейчас день, да? Да. День. Райан на месте. Ну, доложим ей, что Лика сохранена. Подирая. Ладно, Крис. Урчишь. Хорошее настроение. Так. О чем мы тут ураем? Шаримся. Давай, может, с кем-то поговорим. С Мейсом. Он же дневной. Его тоже нет. Никого нет. Что ж делать? Так. Наверное, надо пойти в опочивальню. В свою. Там все обдумать.
Ой, я чувствую, что финал уже близко. Так, в лаборатории нам делать нечего, вроде как бы. А может и есть что? Не знаю. Интересно. Тут никого, видите? Она мне показывает опять. Да мне это уже не надо. Мне это уже не надо. Побалуемся с сигнализацией. Пойдем к себе в опочивальню. Заглянем в туалет. A little privacy, please. Да, пожалуй, уединяйся. Ну что? Наверное, отдохнем перед решающим боем. Ну, как-то так.